Пациент обратился с эстетическим недостатком на переднем зубе. Видно пятнышко. С виду кажется, что это незначительное изменение. При осмотре видна кариозная полость вот на переднем зубе с нёбной стороны. Было произведено препарирование зуба, подготовка к пломбировке. Естественно, это протравливание эмали. Сам процесс реставрации зуб восстановлен полностью. Применена морфологическая система реставрации, то есть зуб был восстановлен послойно. Туда входит дентин, эмаль и прозрачный материал. Вот. То есть использовалось три материала по цвету. Вот. Ну и, конечно, были соблюдены анатомические нормы. Пациент был очень доволен и счастлив. Насчет второго зуба, конечно, пациент, это уже следующий случай клинический. Да, вот, пациента интересовал именно этот зуб. К сожалению, пациентка уехала в Москву и, к сожалению, сказала мне о том, что где я буду искать своего нового стоматолога. Правда, так она и сказала. Mm-hmm.